Вместо коньков – кроссовки, вместо шайбы – пластмассовый полумяч, вместо ледовой коробки – площадка размером с мини-футбольную. Это флорбол. Многие называют его младшим братом хоккея с шайбой. Но только не сами флорболисты. Мы считаем, что мы достаточно самостоятельный вид спорта, отдельный, и мы не какой-то суррогат, да, чего-то с чем-то. Это отдельный, прекрасный, замечательный, очень зрелищный вид спорта. И весь спектр этой красоты принял Ульяновск. В спорткомплексе «Новое поколение» прошли матчи третьего тура чемпионата России. Для Ульяновской области он особенный. Впервые в своей многолетней истории местная команда претендует на золото. В турнире она выступает под названием «Солнечные орлы». Эдакий бренд всего ульяновского флорбола. «Солнечные орлы» – это орел-могильник, экологический герб Ульяновской области. Команда выбрала это название, и под единым названием все играют. Есть детские команды, есть чемпионат области. Ну и очень часто проходят всероссийские турниры. На очередном таком турнире на площадку «Нового поколения» выходит 7 сильнейших команд страны. Из Нижегородской, Архангельской, Омской областей в том числе. «Солнечные орлы», конечно, в особом положении. Они проводят 3 поединка и всякий раз на трибунах аншлаг. Правда, в первом матче против Омской Сибири эта поддержка не сработала. Орлы не просто уступают 4-9, но и пропускают там мячей на первое место в турнирной таблице. Исправлять ситуацию приходится в играх против нижегородцев. Мининский университет обыгран 9-3, а вот Светлугой пришлось помучиться. После двух периодов соперник ведет 2-1. Немного перестроили игру, перешли на две пятерки. Ну и, конечно же, настрой наш ульяновский. Мы сначала создаем сами себе проблемы, потом героически их решаем. 6 мячей подряд забрасывают орлы и переворачивают игру с ног на голову. 1-2 превращаются в 7-2. Отличаются и сам Алексей Головин, и его партнер по атаке Сергей Сандалов, и даже играющий тренер Алексей Столяров. В итоге победа 7-4. И орлы продолжают гонку за медали. Я мечтаю, конечно, о золотой, но я, конечно, реалист, что золото мы, наверное, в этом году, ну, постараемся, но, наверное, по очкам мы не успеем догнать лидеров, поэтому будем, ну, хотя бы до серебро будем биться. Финальная битва намечена на первую половину мая. Она пройдет в Омске. Орлам, которые сейчас идут на втором месте, надо будет сыграть 3 матча. С аутсайдером «Техника» из Навашино, середняком «Нижегородцем» и с главным конкурентом за медали – архангельским «Помором». Победа хотя бы в одном из этих поединков гарантирует ульяновцам место на пьедестале. Впервые в истории. Михаил Сашанский, Управда ТВ.